Он лежал без движения, как будто по тяжкой работе, руки свои опустив, голову тихо склоня, долго стоял я над ним, смотря со вниманием мертвому прямо в глаза. Были закрыты глаза. Было лицо его мне так знакомо, и было заметно, что выражалось на нем. В жизни такого мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенье пламень на нем, не сиял острый ум. Нет, но какой-то мыслью, высокой, глубокой мыслью было объято оно. Мнилось мне, что ему в этот миг предстояло как будто какое виденье. Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось, что видишь?